Здравствуйте! До Нового года осталось совсем немного времени, поэтому выбирать подарки самое время. В эфире программа «Алло, мы ищем подарки». Сегодня я предлагаю поговорить о подарках для мужчин. Недавно в магазине я наблюдала, как девушка покупала подарок мужу. Был выбран одеколон и зажигалка. Правда, знакомая картина? А еще наши женщины любят дарить трусы, носки и различные блокноты. Так вот, в рейтинге самых нелюбимых мужчинами подарков эти предметы лидируют. Так что, если вы хотите по-настоящему порадовать мужа, папу или сына, за подарком я предлагаю отправиться в магазин «Мотомир» – настоящую мужскую территорию. Большинство представителей сильного пола, независимо от возраста, увлечение техникой, кажется, заложено генетически. Так что в «Мотомире» можно подобрать отличный подарок для мужчин, настоящих и будущих. Мальчики будут в восторге от маленьких моделей. Это уменьшенные копии оригинальной мототехники мировых производителей. Качественное исполнение и 100% соответствие дизайну известных марок не оставят равнодушными никого. Кто знает, может, такая модель станет началом коллекции или украсит уже существующую. Наверняка мечта любого мальчика – электромашинка или квадроцикл. Владельцем такого транспортного средства может стать ребенок, которому уже исполнилось 3 года. Машина станет любимой игрушкой. Она замечательно сконструирована и оформлена, и прослужит не один год. Кстати, стоимость у нее не запредельная. Осуществить мальчишескую мечту можно всего за 2000 рублей. Часто приходится слышать, как родители сетуют на то, что дети много времени проводят перед компьютером. Так вот, с покупкой такого подарка эту проблему будет решить гораздо проще, потому что кататься на снегокате – одно сплошное удовольствие, и дети будут охотно проводить время на свежем воздухе. Конечно, в «Мотомире» традиционно представлен широкий ассортимент скутеров и мопедов, которые тоже станут отличным вариантом подарка. На сегодняшний день это компактный и самый экономичный вид транспорта, который одинаково удобно использовать как на сельских дорогах, так и городских. Что бы там ни говорили, популярность скутеров растет, особенно среди молодых людей. Чтобы сделать поездки безопасными, в качестве подарка рассмотрите специальную экипировку, мотоперчатки и шлемы. Такой подарок будет и практичным, и приятным одновременно, потому что, согласитесь, мотоформа придает образу мужественности. Да, мужчин красят не шрамы, а шлемы. Скутеры и мопеды оснащены всем необходимым для полноценного передвижения. Но если есть желание, в «Мотомире» можно приобрести самые разнообразные аксессуары – защиту, очки, мотокостюмы. Ну а если вы решили сразить мужа на повал и без преувеличения организовать новогоднее чудо, подарите ему мотоцикл или снегоход. В «Мотомире» вам предложат различные варианты, например, снегоход «Шихан». Это аналог российского «Бурана». Красивая, надежная техника. И тогда прогулки по заснеженным просторам станут вашим любимым совместным видом отдыха. Сколько бы ни шутили на тему гаража, но факт остается фактом. Это чисто мужская территория. И, несомненно, мужчины порадуются подарку, который сделает пребывание в гараже комфортным. Например, можно купить тепловентилятор или очень актуальный в зимний период устройство для зарядки аккумуляторов. Специалисты «Мотомира» рекомендуют мобильные мойки для машин, стоимость которых начинается всего от 3000 рублей. Также удачным подарком станет и что-нибудь из автохимии. Ну а если мужчина, как говорится, с руками, то, конечно, оценит ваше внимание, получив в подарок набор инструментов. В «Мотомире» также представлены различные электро- и бензоинструменты, которые пригодятся и на дачном участке. Ну а для хорошего настроения – оригинальные сувениры, например, тапки в виде гоночных автомобилей, копилка в виде мотошлема или флешка в форме мотоцикла.
Так что приходите и выбирайте. Подарки найдутся на любой вкус и кошелек. Конечно, выбор мужского подарка – дело непростое. Главное – подойти к нему с душой. Поставьте перед собой цель – доставить подаркам искреннюю радость. А в Мотомире вам обязательно помогут справиться с этой задачей.